В Башкортостане на строительство и ремонт дорог в этом году направили рекордные 35 миллиардов рублей. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в правительстве региона. По данным Минтранса Республики, на сегодняшний день освоено 24 миллиарда рублей. На финансирование дорог регионального и межмуниципального значения выделено 18 миллиардов рублей. Местного значения 14,5 миллиардов. На содержание трех подведомственных управлений 973 миллиона. 4 миллиарда рублей предусмотрены на строительство восточного выезда, из них 3 миллиарда рублей – федеральные средства. У нас значительные средства выделяются на содержание, реконструкцию дорог, на ремонт, строительство, содержание. Дорожный фонд вот в прошлом году у нас был 29 миллиардов, хорошо их освоили, 98%. В этом году дорожный фонд рекордный, более 35 миллиардов. Увеличен практически на 20% по сравнению с прошлым годом. Но сезон заканчивается. 2-3 недели осталось нормального температурного режима. А по освоению всего 70%. Андрей Назаров поручил Минтрансу совместно с главами районов обеспечить полное и своевременное освоение выделенных на содержание и ремонт дорог средств. Муниципалитеты должны завершить все дорожные работы, запланированные на этот год, до 15 ноября.